Начиная с 2012 года завод пищевого машиностроения изготавливает нейтральное оборудование для гастропроизводства России и стран СНГ. Крупнейшие проекты предприятия – столовая завода «АвтоВАЗ» в Тольятти, где инженеры спроектировали и создали технологические цепочки для осуществления бесперебойного питания 10 тысяч сотрудников, а также фабрики кухни для торговой сети «Мария Ра». Практически вся выпечка ритейлера готовится на произведенном здесь оборудовании. Всего ежегодно реализуется около 1000 проектов, а подавляющая часть всех пекарень и ресторанов Алтайского края запускаются в сотрудничестве с заводом. Нейтральное оборудование – это вспомогательное оборудование преимущественно из нержавеющей стали, которое позволяет улучшить организацию производства и оптимально использовать рабочее пространство. Основными элементами нейтрального оборудования являются разделочные столы, моечные ванны, кухонные стеллажи, полки, вытяжки, зонты, тележки, шпильки, а также многое другое оборудование, которое непосредственно участвует в приготовлении пищи. Благодаря системе менеджмента и глубокой проработке технологических конструкций завод пищевого машиностроения за последний год не получил ни одной претензии от покупателей. Изделия, разработанные и изготовленные здесь, отличают высокая точность, практичность и конкурентная стоимость. На производстве задействованы немецкие координатно-пробивные прессы, лазерные резаки и листогибы фирмы «Трумф», а также итальянские автоматические панели гипса «Леванини». Это позволяет не только поддерживать и развивать перечень выпускаемой продукции, но и изготавливать уникальное оборудование по эскизам заказчика за срок от 5 до 14 дней. Наличие этих высокоточных станков и наличие своего инженерного цеха позволяет нам делать довольно-таки нестандартные вещи, причем в короткие сроки, потому что переналадка этих станков происходит практически в автоматическом режиме. Допустим, у координаток 18 съемных кассет, в каждой кассете по 4 инструмента, и станок меняет эти инструменты автоматически. Поэтому, чтобы вырубить какую-то нестандартную деталь, нам нужно всего лишь переписать программу. Сегодня компания занимает лидирующую позицию на рынке Западной Сибири. Этого удалось достичь за счет внимания к деталям. На заводе одними из первых внедрили дополнительную фальцовку стали, благодаря которой санитарная обработка оборудования стала по-настоящему безопасной. Еще одно преимущество – штат конструкторов, знающих, как изготовить продукт, который не просто разработан для кухонь, но еще и учитывает индивидуальные характеристики, среди которых даже рост работника. Рост за 2021 год в объеме выпускаемой продукции составил порядка 30% по отношению к 2020 году. Также за прошлый год мы открыли более 20 новых рабочих мест. Параллельно с этим закупили уникальное оборудование – азотную станцию. Она нужна для того, чтобы не зависеть от поставок газа для лазерной резки. Его стало не хватать из-за перепрофилирования производств по изготовлению кислорода во время прошлогодней пандемии. Также мы адаптировались и к современным экономическим условиям, делаем упор на импортозамещение. Мы полностью готовы работать и расширяться дальше. Все новые и новые заказы приходят регулярно, а тот, кто хотя бы раз посотрудничал с этим заводом, возвращается сюда вновь. Так, совсем недавно, выиграв конкурс, по заказу Министерства образования края буквально за 4 дня здесь изготовили подставки для теплового оборудования – 85 штук. Совсем скоро их отправят в столовые школ региона. Доверие потребителей – все это и говорит о том, что предприятие – большое будущее, новые интересные и полезные идеи для развития производства и расширения списка продукции. Во всяком случае, для этого делается все возможное, чтобы быть и оставаться в лидерах на долгие годы.